Бурлун, Дона Йортес, добрый день, уважаемые сыктывкарцы, гости столицы, день действительно сегодня замечательный, и я сегодня приветствую всех организаторов, участников и гостей ярмарки «День республики. Выбирай наше». Сегодня на ярмарке принимают участие более 200 организаций, предприятий, частных предпринимателей. Это очень много, и это не только предприниматели из республики Коми, это наши гости из других субъектов Российской Федерации, наши соседи, с которыми у нас давно налажены теплые дружественные связи. Я желаю всем вам удачных покупок и, пользуясь случаем, поздравляю всех жителей республики Коми, всех сыктывкарцев, всех гостей нашей столицы с Днем республики Коми. С праздником, друзья! Еще раз я